بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Алиф, Лям, Мим. Аллах, Бог единый, нет иного божества, кроме Него, живого, сущего, хранящего существование всей Вселенной. Он ниспослал тебе, Мухаммад, Коран, правдивое Писание, подтверждающее истинность ниспосланных до Него Писаний, а прежде Он ниспослал Тору и Евангелие, как руководство для людей. Он ниспослал Писание, в качестве развлечения между истиной и ложью. Воистину, тех, кто не верует в знамения Аллаха, постигнет жестокое наказание. Аллах всемогущий, блюститель возмездия. Воистину, ничто не скрыто от Аллаха ни на земле, ни на небе. Аллах – тот, кто придает вам форму в утробах матерей, как пожелает. Нет божества, кроме Него, всемогущего, наимудрейшего. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب Он – тот, кто ниспослал тебе Коран, и в нем есть ясно изложенные аяты. Это суть книги, и другие аяты, требующие толкования. Те же, сердца которых уклоняются от истины, следуют за аятами, требующими толкования, стремясь вызвать смуту и толковать его по своему желанию. Но никто не знает истинного толкования его, кроме Аллаха. Знатоки же, твердые в знаниях, говорят, «Мы уверовали в Него. Все аяты Корана ниспосланы Аллахом. Внемлют назиданием только обладатели разума. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. И говорят: «Господи наш, не уклоняй наши сердца от истины после того, как Ты вывел нас на прямой путь. Одари нас милостью Своей, ведь воистину только Ты, дарующий милость. Господи наш, воистину Ты соберешь людей в день, в котором нет сомнения. Воистину Аллах не нарушает Своего обещания». إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Воистину, ни богатство, ни дети нисколько не избавят тех, кто не уверовал, от наказания Аллаха. Они будут растопка для адского огня. Их постигнет то же, что постигло род фараона и тех, кто был до них. Они не верили в наши знамения, и Аллах наказал их за грехи, ведь Аллах суров в наказании. Скажи тем, которые не уверовали: вы потерпите поражение в этой жизни и будете собраны в ад. И скверно это жилище. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. Для вас был поучительным примером рассказ о двух отрядах, которые встретились в бою Бадр. Один отряд сражался на пути Аллаха, а другой отряд неверных. Верующие видели, что неверные вдвое превышают их числом. Аллах поддерживает своей помощью того, кого пожелает. Воистину в этом явное назидание для тех, кто обладает ясным зрением. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Людям приукрашена страсть к женщинам, к детям, к большому количеству золота и серебра, к породистым коням, к скотине и к нивам. Но все это только для недолгого пользования и удовольствия ближайшей жизни. Ведь у Аллаха прекрасная обитель, рай. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Скажи им, сообщит ли мне вам про лучшее, чем это, то, что прельщает людей на этом свете? Для богобоязненных у Господа своего будут райские сады, где текут реки, и где они пребудут вечно, супруги пречистые, благоволение Аллаха, ведь Аллах знает обо всех делах своих рабов. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Тех, которые говорят: Господи наш, воистину мы уверовали, прости же нам наши грехи и спаси нас от мук огня. Тех терпеливых, искренних в вере, смиренных перед Аллахом, расходующих свое имущество во имя Аллаха и просящих прощения у Аллаха на заре. Аллах засвидетельствовал, что нет божества, кроме Него. Ангелы и обладающие знаниями также свидетельствуют об этом. Он устанавливает справедливость. Он всемогущий, наимудрейший. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Религия у Аллаха – ислам. Те, которым даровано было Писание, разошлись по отношению к религии лишь после того, как к ним пришло знание по зависти и злобе. А если кто не верует в знамения Аллаха, то воистину Аллах быстро в расчете. А если они станут спорить с тобой, скажи им: «Я и те, которые за мной последовали, предались только Аллаху. Скажи тем, кому даровано Писание, иудеям и христианам, и многобожникам из арабов, предались ли вы Аллаху? Если они предались, то они на прямом пути, а если же отвратились они, то на тебе только передача послания Аллаха. Аллах знает деяния своих рабов». إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Кто не верует в знамения Аллаха, убивает пророков без права на то и убивает тех из людей, кто велит придерживаться справедливости, тем возвести Мухаммад о мучительном наказании. Это те, дела которых окажутся отчетными в ближайшей и в будущей жизни, и никто не спасет их от наказания. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Разве ты не знаешь, о Мухаммад, о тех, которым была дарована часть Писания? Их призывают к Писанию Аллаха, чтобы Он разрешил споры между ними. Но некоторые из них отвернулись от него с отвращением. Они отвернулись, говоря: «Огонь коснется нас лишь на считанные дни». Причиной тому их гордыня и обольщение от того, что они постоянно искажали свою религию. Каково же будет их состояние, когда Аллах соберет их в день суда, в котором нет сомнения? И каждая душа сполна получит воздаяние за то, что она приобрела, и с ними не поступят несправедливо. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Скажи: «О Аллах, властелин царства, ты даруешь власть, кому пожелаешь, и лишаешь власти, кого пожелаешь. Ты возвеличиваешь, кого пожелаешь, и унижаешь, кого пожелаешь. В твоей руке благо, воистину, ты над всякой вещью властен. Ты вводишь часть ночи в день, удлиняя день, и вводишь часть дня в ночь, удлиняя ночь. И ты выводишь живое из мертвого и мертвое из живого. Ты щедро даруешь, кому пожелаешь, без счета». لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه
وإلى الله المصير. Верующие не должны брать себе в друзья неверных, игнорируя верующих. А кто это делает, тот не придерживается религии Аллаха, за исключением тех случаев, когда вам грозит опасность с их стороны. Аллах предупреждает вас от своего гнева, ведь к Аллаху все возвратятся. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. Скажи им, таите ли вы то, что в ваших сердцах, или обнаруживаете открыто? Аллах все равно знает об этом. Ведь Аллах знает все, что на небесах и на земле. Аллах над всякой вещью властен. Судный день, когда перед каждой душой предстанет то, что она сделала доброго, и то, что она совершила злого, она захочет, чтобы между ней и этим злом было большое расстояние. Аллах предостерегает вас от своего наказания, ведь Аллах всемилостивый к своим рабам. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Скажи им, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной. Он за это вас будет любить и простит все ваши прегрешения. Воистину, Аллах всепрощающий, всемилосердный. Скажи им, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику. Если они отвернутся от повиновения, то Аллах не любит неверных. Инна Аллаха астафа Адама ва Нуха ва Аля Ибрахима ва Аля Имрана аля л'аламин. Зурриятан ба'духа мин ба'д. Валлаху самиун алим. Воистину, Аллах избрал Адама, Нуха, род Ибрахима и род Имрана, возвысив их над людьми, и сделал их потомками друг друга. Аллах всеслышащий, всезнающий. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
Вспомни жену Имрана, которая сказала: «Господи, я дала обет посвятить Тебе то, что у меня в чреве, освобожденным для поклонения и повиновения Тебе. Прими же от меня, ведь Ты всеслышащий, всезнающий». Когда она разрешилась от бремени, она сказала: «Вот я родила ее, женского пола, а Аллах знал, кого она родила. Я имя дала ей Марьям и прошу Тебя защитить ее и ее потомство от шайтана, проклятого и побиваемого камнями». فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. И Аллах благосклонно принял ее, прекрасно взрастил ее и поручил опеку над ней Закарии. Всякий раз, как Закария входил к ней в молельню, он находил перед ней пищу. Он как-то спросил: «Марьям, откуда у тебя это?» Она сказала: «Это от Аллаха, воистину, Он дает удел, кому пожелает, без счета». Тогда Закария в молельне возвал к Аллаху: «Господи, дай мне от Тебя сына благого, ведь Ты слышащий мольбу». Когда он еще молился в молельне, ангелы возгласили ему: «Аллах радует тебя вестью о рождении Яхьи. Он уверует в Ису, будет велик среди своего народа, целомудрен и станет праведным пророком». قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. زكريا сказал: «Как у меня может родиться мальчик, когда меня уже постигла старость, а жена моя бесплодна?» Аллах ему ответил: «Аллах творит, что пожелает». Закария сказал: «Господи, яви мне какое-нибудь знамение». Аллах ему ответил: «Знамением тебе будет то, что ты в течение 3 дней будешь объясняться с людьми только знаками, а не словами. И неустанно прославляя, вспоминай своего Господа и воздавай Ему хвалу вечером и утром». وَإِذْ قَالَتِ
الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. Вспомни, как ангелы сказали: «О Марьям, Аллах тебя избрал, очистил и возвысил тебя над женщинами миров. О Марьям, повинуйся Господу твоему, поди ниц перед Ним и поклоняйся с теми, кто поклоняется, молясь Ему». Этот рассказ из рассказов о сокровенном, которое мы тебе открыли. Ты, Мухаммад, не был среди них, когда они бросали свои трости, как жребий, чтобы узнать, кто из них будет опекать Марьям. И ты не был среди них, когда они припирались об этом. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. И вспомни, как ангелы сказали: «О Марьям, Аллах сообщает тебе радостную весть о сыне, которого ты родишь, имя которого Мессия Иса, сын Марьям. Он будет славен в этой жизни, как пророк, и в последней жизни будет в числе приближенных к Аллаху пророков. Он будет говорить с людьми, еще находясь в колыбели, будет проповедовать, будучи взрослым, и будет одним из праведников». Марьям спросила: «Господи, откуда у меня может родиться ребенок, когда не касался меня ни один мужчина?» Он ответил ей: «Аллах творит, что пожелает. Когда Он примет решение быть чему-либо, то скажет только «будь», и оно сбывается. И Аллах научит его Писанию, мудрости, Торе и Евангелию». وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ أَنِّي أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. И сделает его Аллах посланником к сынам Исраила. Иса скажет им: «Я принес вам знамение от вашего Господа. Я сотворю вам из глины образ птицы и дуну в него. И станет он птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого от рождения, прокаженного, и оживлю мертвого с дозволения Аллаха. Я скажу вам, что вы едите и что откладываете на хранение в своих домах. Воистину, в этом знамение для вас, если вы верующие». ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. Я направлен к вам, чтобы подтвердить истинность того, что было ниспослано до меня в Торе, и разрешить вам часть того, что было вам запрещено раньше. Я пришел к вам со знамением от вашего Господа. Побойтесь же наказания Аллаха и повинуйтесь мне. Воистину, Аллах мой и ваш Господь. Так поклоняйтесь же Ему, ибо это прямой путь. قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. Когда Иса увидел их неверие, он спросил: «Кто будет моими помощниками на пути к Аллаху?» Апостолы ответили: «Мы поддерживаем религию Аллаха. Мы уверовали в Аллаха, засвидетельствуй, что мы предавшиеся Аллаху. Господи наш, мы уверовали в Писание, ниспосланное Тобой, и последовали за посланником Исой. Запиши же нас свидетельствующими о том, что Ты един». Неверные строили козни против Исы, но Аллах разрушил их козни. Воистину, Аллах искусно расстраивает замыслы хитрецов. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Вспомни, как сказал Аллах: «О Иса, я тебя упокою и вознесу к себе. Я очищу тебя от тех, кто не уверовал. Я сделаю тех,
кто последовал за тобой силой и властью выше тех, которые не уверовали, до дня воскресения, когда вы ко мне все будете возвращены. И я рассужу между вами относительно того, в чем вы разногласили. شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. От тех, которые не уверовали, я мучительно накажу в этой и в будущей жизни, и никто не спасет их от наказания. Тех же, которые уверовали и творили благое, Аллах вознаградит сполна, ведь Аллах не любит преступивших Его заповеди. То, что мы рассказали тебе, о Мухаммад, это из аятов священного Корана, содержащего мудрые знания. Инна масала Иса инда Аллахи камасали Адама халакаху мин турабин сумма кала лаху кун фаякун. الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Воистину, Иса перед Аллахом подобен Адаму, которого он сотворил из праха, и потом сказал ему: «Будь», и он стал. Это истина от твоего Господа, так не будь в числе сомневающихся. А если кто будет спорить с тобой, Мухаммад, относительно Исы, после того, как пришло к тебе от Аллаха истинное знание, скажи им: «Приходите, призовем наших сынов и ваших сынов, наших женщин и ваших женщин, и нас самих, и вас самих, а потом попросим Аллаха направить гнев и проклятие на лжецов, искажающих истину о сотворении Исы». Инна хаза лахуа л-касасу л-хакку, ва ма мин илахин илля Аллах, ва инна Аллаха лахуа л-азизу л-хаким. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Несомненно, что этот рассказ истинен, ведь нет никакого божества, кроме Аллаха. Воистину, Аллах всемогущий, наимудрейший. Если они отвернутся от истины, то Аллах ведь знает распространяющих нечестие. Скажи, Мухаммад, о люди Писания, давайте придем к справедливому, единому слову для вас и для нас, чтобы нам никому не поклоняться, кроме Аллаха, и никого не предавать Ему в соучастники, и никому не повиноваться, кроме Него. Если же они отвратятся, то скажите им, засвидетельствуйте, что мы предавшиеся Аллаху. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. О люди Писания, почему вы препираетесь о религии Ибрахима, ведь Тора и Евангелие были ниспосланы после него. Разве вы не разумеете? Вы препирались относительно того, о чем вы знали насчет Исы и Мусы. Почему же вы препираетесь о том, о чем у вас нет знания относительно Ибрахима? Аллах знает истину, а вы не знаете. Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином. Он верил в Аллаха Единого, искренне повинуясь Ему. Он был предавшимся Аллаху и не был из многобожников. Инна аула ан-наси би Ибрахима ляллазина таббауху ва хаза ан-набийю валлазина аману валлаху валию ль-муъминин. طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. Самые близкие к Ибрахиму те, которые за ним последовали, а также пророк Мухаммад и те, которые уверовали вместе с ним. Аллах – покровитель верующих. Некоторые из людей Писания – хотели бы ввести вас в заблуждение, но они сбивают только самих себя, не ведая об этом. О люди Писания! Почему вы опровергаете аяты Аллаха, то есть Коран, зная доподлинно, что это истина? Я
أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. О люди Писания, почему вы смешиваете истину с ложью? Почему вы скрываете истину, зная о ней? وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. Некоторые из людей Писания говорят: веруйте в начале дня в то, что ниспослано верующим Коран, и отрекитесь от него в конце дня. Может быть, они, верующие, отрекутся от своей религии. И не верьте никому, кроме того, кто последовал за вашей религией, чтобы никто не претендовал на то, что ему было ниспослано подобное, что есть у вас, и чтобы они не препирались с вами перед вашим Господом. Скажи им, Мухаммад, воистину, верное руководство – руководство Аллаха. Воистину, милость от Аллаха. Он дарует ее, кому пожелает. Воистину, милость Аллаха велика и охватывает все, и всезнающий Он. Аллах наделяет своим милосердием, кого пожелает. Воистину, Аллах – обладатель величайшей милости. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Среди людей Писания есть те, кому доверив кинтар, то есть большое имущество, получишь все полностью обратно. Но есть и те, кому доверив один динар, не получишь его обратно, если не будешь все время стоять над ними и настойчиво требовать от них. Это потому, что они говорят: на нас нет греха не считаться с невежественными людьми, то есть с арабами. Они считают, что вправе так поступать с теми, кто не уверовал в их религию, и преднамеренно возводят они ложь на Аллаха.
Но нет, если кто будет верен завету с Аллахом и с людьми и будет богобоязнен, то знайте, воистину Аллах любит богобоязненных. الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Воистину, тем, кто не выполняет завета с Аллахом и не сдерживает своих клятв ради ничтожной цены, не будет доли в будущей жизни. А в день воскресения Аллах не будет говорить с ними, не взглянет на них, не простит им грехов. Им будет уготовано мучительное наказание. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. Среди них есть такие, которые искажают Писание, стараясь говорить его языком, чтобы сочли вы это за истинное Писание. Но вовсе не Писание это. Они говорят, это слова Аллаха, но это не от Аллаха. Они возводят на Аллаха ложь умышленно. يأتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Не подобает человеку, которому Аллах ниспослал Писание и даровал мудрость и пророчество, говорить людям: «Поклоняйтесь мне вместо Аллаха». Он должен им сказать: «Будьте благочестивыми, поскольку вы учите других Писанию, изучаете его. Не может быть, чтобы он повелел вам брать ангелов и пророков своими божествами. Разве он станет приказывать вам вершить неверие после того, как вы предались Аллаху?» وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري
قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Вспомните, как Аллах взял обет со всех пророков, сказав: «Я даровал вам Писание и мудрость. Если потом придет к вам посланник, который подтвердит истинность того, что у вас есть, вы должны уверовать в него и поддержать его. Согласны ли вы с этим? Подтвердите ли этот обет?» Они ответили: «Согласны». Аллах сказал: «Так засвидетельствуйте же это, и я буду свидетелем вместе с вами. А кто же отступит после этого обета, тот непокорный Аллаху». أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Неужели они стремятся к другой религии, кроме религии Аллаха? А ведь Ему покорилось все сущее на небесах и на земле добровольно и невольно, и к Нему одному будет их возвращение. إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. Скажи: мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам, и в то, что ниспослано Ибрагиму, Исмаилу, Исхаку, Якубу и его потомкам, и в Тору, ниспосланную Мусе, и в Евангелие, ниспосланное Исе, и во все, что ниспослано другим пророкам от их Господа. Мы не делаем различия между ними, и мы предаемся только Ему. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. А кто выберет другую религию, а не ислам, Аллах не примет его деяния, и будет он в будущей жизни из тех, кто нанес самому себе урон. Аллах не ведет по прямому пути тех, которые отреклись от веры после того, как они уверовали, признали, что посланник – истина, и к ним пришли ясные знамения об этом. Аллах не наставляет неправедных на прямой путь.
воздаянием им будет проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. На них будет вечное проклятие, не будет смягчено им наказание, а также не будет им отсрочки, кроме тех, которые после содеянного раскаялись и творили добро. Воистину, Аллах всепрощающий, всемилосердный. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. Аллах не принимает раскаяния от тех, кто отрекся от веры после того, как они изначально уверовали, потом упорствовали в неверии. Воистину они заблудшие. Воистину те, которые не уверовали и умерли, будучи неверными, не смогут ничем выкупить себя, даже если они смогут представить все золото, которым наполнена земля. Для них будет мучительное наказание, и не будет у них защитников. Вы никогда не достигнете благочестия, пока не будете расходовать ради Аллаха из того, чем вы дорожите. И чтобы вы не издержали из своих благ, Аллах знает об этом. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Всякая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, что запретил Исраил сам себе до ниспослания Торы. Скажи им: принесите Тору и читайте ее, если вы правдивы в речах. И те из них, кто возведет на Аллаха ложь, после этого неправедные они. Скажи: Аллах всегда говорит истину. Следуйте же за религией Ибрахима, Ханифа, ведь Ибрахим не был многобожником. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. Воистину, первый молитвенный дом, который был воздвигнут для людей, тот, который в Бакке, Мекке. Благословен он и является руководством для людей. Там знамения ясные, место стояния Ибрахима, и тот, кто войдет в него, будет в безопасности. Совершить хадж к этому дому – обязанность для тех, кто в состоянии совершить его. А если кто не верует в Аллаха и не совершает хадж, то Аллах воистину не нуждается ни в ком, ни в чем из обитателей миров. Скажи, Мухаммад, о люди Писания, почему вы не веруете в знамения Аллаха? Ведь Аллах видит, что вы делаете. О люди Писания, почему вы стараетесь сбить с пути Аллаха тех, кто уверовал, стремясь искривить его, зная, что ислам – истина? Аллах не оставит без внимания то, что вы делаете. Я أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. О вы, которые уверовали, если вы будете повиноваться некоторым людям Писания, они опять обратят вас в неверных после того, как вы уверовали. Как вы можете стать неверными, когда вам читают аяты Аллаха, то есть Коран, и когда среди вас посланник Его? А кто уповает на Аллаха, тот выведен уже на прямой путь. Я... أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. О вы, которые уверовали, будьте богобоязненны в должной мере и не умирайте иначе, как будучи мусульманами. Держитесь все вместе за религию Аллаха, не разделяйтесь и помните милость Аллаха к вам. Ведь до ислама вы были врагами друг другу, а Он сблизил ваши сердца, и благодаря Его милости вы стали братьями. Вы были неверными,
на краю пропасти гиены огненной, а Аллах спас вас от нее. Так Аллах разъясняет вам свои знамения. Может быть, вы пойдете по прямому пути. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. И пусть среди вас будет община, которая будет призывать к добру и праведному и удерживать вас от неодобряемого. И такие люди будут в блаженстве. И не будьте подобны тем, которые разделились на общины и предались раздорам после того, как пришли к ним ясные знамения. Для них будет великое наказание. В тот день, когда посветлеют лица одних верующих и почернеют лица других неверующих, тем, у которых лица почернеют, будет сказано: «Неужели вы стали неверными после того, как уверовали?» Так вкусите же мучения адские за свое неверие. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. А те, лица которых посветлели, то есть верующие, вечно будут пребывать в милости Аллаха, в раю. Таковы знамения Аллаха, которые мы с истиной читаем тебе, о Мухаммад. Воистину, Аллах не желает несправедливости обитателям миров. Аллаху единому принадлежит все, что на небесах, и все, что на земле. И лишь к Аллаху возвращаются дела. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. Вы, мусульмане, лучшая из общин, которую Аллах сотворил для блага людей. Вы повелеваете творить праведное, удерживаете от неодобряемого и сами веруете в Аллаха. А если бы люди Писания истинно уверовали, было бы это лучше для них. Среди них есть такие, которые уверовали, но большая часть их – нечестивцы. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من
من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Они не причинят вам вреда, разве только будут источником неприятностей. Если они будут сражаться с вами, они потерпят поражение и обратятся вспять. Им не одержать победы над вами. Где бы они ни были, они будут унижены. Разве только в случае, если они будут в завете с Аллахом или с людьми. Они навлекут на себя гнев Аллаха, будут униженными. Это потому, что они не уверовали в знамения Аллаха и убивали пророков без права. И также за то, что они слушались Аллаха и приступали к пределу дозволенного. Лейсу сава, мин ахлил китаби уммату каимату ятлуна аяти Аллахи ана. وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. Люди Писания не одинаковы. Среди них есть люди, стойко придерживающиеся религии Аллаха. Они читают Писание Аллаха ночью, когда они молятся, поклоняясь Ему. Они веруют в Аллаха и в последний день повелевают праведное творить и удерживают от неодобряемого, спешат к свершению добрых дел. Они у Аллаха праведники. Что бы они ни совершили доброго, они получат награды за него. Ведь Аллах всеведущ и знает, кто богобоязнен. الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. Воистину, тех, которые не уверовали, нисколько не избавят от наказания ни их имущество, ни их дети. Они станут обитателями огня навечно. То, что они тратят в ближайшей жизни в качестве милостыни, подобно холодному вихрю, устремляющемуся на ниву людей нечестивых и губящему ее. Аллах не был несправедлив к ним. Они сами погубили свои души неверием. أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. О вы, которые уверовали, не входите в тесную дружбу с теми, которые не верят в вашу религию, ведь они не преминут вам навредить и желают вам только зла. Их ненависть к вам обнаруживается через их уста, а в сердцах ее еще больше, чем кажется. Мы уже разъяснили вам аяты, если вы разумны. Вот вы, которые уверовали, любите их, а они вас не любят. Вы верите во все писания, и когда встречаетесь с ними, они из лицемерия говорят: «Мы веруем». А когда они останутся наедине, то кусают свои пальцы от злобы к вам. Скажи им, о Мухаммад, злитесь до самой смерти. Воистину, Аллах знает, что скрывается у вас в груди. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ. Если коснется вас удача, это их огорчает. А если вас постигнет зло, это их радует. Если вы будете терпеливы и богобоязненны, то их козни нисколько не повредят вам. Воистину, Аллах объемлет все их козни. إذ همَّ الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Вспомни, Мухаммад, как ты утром покинул семью свою, чтобы выстраивать верующих для сражения у горы Ухуд. Воистину, Аллах Всеслышащий, Всезнающий. Вот два отряда из верующих, боясь поражения, задумали было повернуть вспять, но Аллах был защитником для них. Пусть верующие всегда полагаются на Аллаха. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين
بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. Воистину, Аллах помог вам одержать победу при Бадре, хотя вы были слабы. Так будьте богобоязненными. Может быть, вы будете благодарны Ему. В тот день ты сказал верующим, вдохновляя их: «Не хватит ли вам того, что поможет вам Господь 3000 ангелов неспосланных? Достаточно, конечно, вам эта помощь. Если вы будете терпеливы в сражении и богобоязнены, и нападут на вас враги врасплох, то Господь ваш прибавит еще вам в помощь 5000 ангелов отмеченных». وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ. Аллах обещал вам эту помощь как радостную весть о победе, чтобы ваши сердца обрели покой. Помощь в победе может исходить только от Аллаха, всемогущего, наимудрейшего. Аллах дал вам победу, чтобы погубить часть из тех, кто не уверовал, или унизить их поражением так, чтобы они возвратились назад с позором. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Тебе, Мухаммад, не надлежит решать. Это дело Аллаха. Простит ли Он их, если они поверят в Него, или накажет их за нечестие? Аллаху принадлежит все, что на небесах и на земле. Он прощает, кого захочет, и наказывает, кого пожелает. Ведь Аллах всепрощающий, всемилосердный. О вы, которые уверовали, не берите лихвы, стремясь удвоить долг, и бойтесь Аллаха, может быть, вы преуспеете. И бойтесь огня, уготованного неверным, и повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, чтобы вы были помилованы. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Стремитесь к благодеянию, чтобы обрести прощение вашего Господа. И рай такой же обширный, как небеса и земля. Он уготован для богобоязненных, которые расходуют во имя Аллаха, будь они в богатстве или в бедности, умеют обуздать свой гнев и простить тем, кто причинил им обиду. Аллах любит добро творящих. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. Он уготован также для тех, кто, совершив скверный поступок или маленький грех, вспомнил про наказание Аллаха, раскаялся, попросил прощения у него и не упорствует в своем грехе. А кто, кроме Аллаха, прощает грехи? Им воздаянием будут прощения от Господа и райские сады, по которым текут реки, где они вечно будут пребывать. И как прекрасна награда тем, кто делает добро. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. До вас уже совершались поучительные события с неверными, которым Аллах отсрочил наказание, а потом наказал их за грехи. Походите по земле и посмотрите, каков был конец тех, которые считали лжецами своих посланников. То, что постигло неверных, является разъяснением людям, руководством и назиданием для богобоязненных. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. Проявляйте стойкость, сражаясь во имя Аллаха, и не огорчайтесь. Воистину, вы с помощью Аллаха стоите выше всех, если вы истинно веруете. Если вас коснулась рана, то такая же рана коснулась ваших врагов раньше. Мы сменяем для людей чередой, порой победа, а порой поражение, чтобы выявить тех, кто искренне верует, и избрать из вас погибших за веру Аллаха. Воистину, Аллах не любит нечестивцев. И чтобы испытанием таким очистить тех, кто уверовал, и истребить неверных.
أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين Или вы, верующий, думали, что вы войдете в рай прежде, нежели Аллах выявит тех из вас, кто был готов бороться за его дело, и кто был терпелив. Вы желали смерти прежде, чем увидели ее. Вот теперь вы ее уже увидели воочию. Так отчего же не проявили терпение? Мухаммад только лишь посланник, и до него были другие посланники. Разве если он умрет или будет убит, вы вернетесь к неверию? А кто вернется к неверию, тот ни в чем не повредит Аллаху. Аллах же наградит благодарных. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ Душа не умирает иначе, как с дозволения Аллаха. В установленный Аллахом ей срок. Кто желает себе награды в ближайшей жизни, мы ему даруем ее, а кто желает награды в будущей жизни, мы тому даруем ее. Мы наградим благодарных. بيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين И сколько же посланников Аллаха сражались во главе своих многочисленных праведных сторонников. Они не пали духом из-за того, что постигло их на пути Аллаха, не ослабели и не подчинились врагу.
Аллах любит терпеливых. И в трудное время сражений они лишь только говорили: «Господи наш, прости нам наши грехи, великие и малые, укрепи стопы наши в сражении и помоги нам победить неверных людей». Аллах даровал им награду, то есть победу в этой жизни, и великую награду, то есть рай в будущей жизни. Воистину, Аллах любит тех, которые делают добро. О вы, которые уверовали, если вы будете повиноваться тем, которые не уверовали, они обратят вас вспять к неверию, и вы понесете урон. بَلِ اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ وبئس مثوى الظالمين. Аллах – ваш покровитель и помощник, и Он – наилучший помощник. Мы вселим страх в сердца тех, которые не уверовали за то, что они предавали Аллаху соучастники тех, об обожествлении которых не было ниспослано никаких знамений. Их жилище – огонь будущей жизни. Как ужасно это обитель нечестивцев. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Аллах выполнил свое обещание, когда вы перебили много из врагов по его позволению. Когда же вы оробели и стали препираться относительно приказа пророка оставаться на своих позициях, и ослушались приказа пророка и отправились за добычей после того, как Аллах показал вам то, чего вы желали. Одна партия из вас захотела блага в настоящей жизни, другая думала о награде в будущей жизни. Тогда Аллах лишил вас победы, обратив вас в бегство, чтобы испытать вас, и Он простил вас. Воистину, Аллах обладатель милости к верующим. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Вспомните, как вы убегали с поля битвы, не оборачиваясь. А посланник звал вас сзади, чтобы вы вернулись и продолжали сражение. Тогда Аллах послал на вас одно несчастье за другим, чтобы вы не печалились об оставленной добыче и о поражении, которое вы понесли. Воистину, Аллах знает то, что вы делаете.
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. После беды и горя Аллах низвел вам успокоение сон, который объял одну часть из вас, верующих, а другую часть обеспокоили их души. Они думали только о себе и несправедливо думали об Аллахе, как при язычестве, и говорили: «Разве в наших силах было решать что-либо в этом деле, деле победы, которая нам была обещана? Скажи им, все в руках Аллаха. Они скрывают в своих душах то, чего не обнаруживают тебе. Про себя они говорят: был бы наш выбор, мы бы не вышли в поход и не убивали бы тогда нас здесь. Скажи, если бы вы даже были в своих домах, то те, кому была предписана смерть, вышли бы к тем местам, где им суждено было погибнуть. Поражение постигло вас в сражении при Ухуде, чтобы испытать, что в ваших душах, и очистить ваши сердца. Воистину, Аллах знает все, что вы скрываете в ваших сердцах». إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. Тех из вас, которые обратились в бегство, когда встретились два отряда в сражении Ухуд, вел за собой соблазн шайтан за их былые грехи. Аллах их простил. Воистину, Аллах всепрощающий, терпеливый
и не спешащий он с наказанием. О вы, которые уверовали, не будьте похожи на тех, кто не уверовал и говорил о своих братьях, которые умерли или погибли, когда они отправлялись в далекий путь, занимаясь торговлей или совершая походы. Если бы они никуда не уезжали, а остались при нас, они бы не умерли и не были бы убиты. Они сказали эти слова потому, что Аллаху угодно было наполнить печалью их сердца. Воистину, Аллах оживляет и умерщвляет. Он видит все, что вы делаете. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Если вы умрете или будете убиты, сражаясь на пути Аллаха, то вам будет прощение от Аллаха и милосердие. И это лучше всего имущество, которое они собирают в этой жизни. Если вы умрете или будете убиты в сражении, то вы будете собраны перед Аллахом. По милосердию Аллаха ты, Мухаммад, смягчился по отношению к ним. А если бы ты был беспощадным, с жестоким сердцем, они бы удалились от тебя и разошлись. Поэтому прости их и попроси у Аллаха прощения им. Советуйся с ними о делах. А если ты решишься что-либо сделать, то положись на Аллаха. Воистину, Аллах благоволит к тому, кто полагается на Него. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Если Аллах окажет вам поддержку, то никто не победит вас. Но если Он лишит вас своей поддержки, то никто же не поможет вам, кроме Него. На одного лишь Аллаха пусть полагаются верующие. وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ أَفَمَنِ اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. Не может быть, чтобы пророк обманывал в чем-либо. Тот, кто обманет, придет в день воскресения с тем, чем обманул. Каждой душе будет воздано полностью за то, что она сотворила. И никто не будет обижен несправедливостью. Разве тот,
кто стремится к благоволению Аллаха, повинуясь Ему, подобен тому, кто навлек на себя Его гнев за неповиновение, тому, кто не повинуется Аллаху, гиена, и скверная эта обитель. Этим двум партиям разные степени воздаяния у Аллаха. Он видит то, что они делают. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين الله оказал милость верующим, направив к ним посланника из них же самих, который читает им аяты Аллаха, очищает их и учит их знанию Корана и Сунны. До этого они пребывали в явном заблуждении. Когда вас постигла беда в битве при Ухуде, хотя до этого в битве при Бадре вы причинили урон своим врагам вдвое больше, вы сказали: «Как же мы понесли такое поражение?» Скажи им, Мухаммад, то, что постигло вас от вас же самих. Воистину, Аллах над всякой вещью властен. То, что постигло вас, о верующие, когда встретились два отряда в битве Ухуд, было соизволение Аллаха, чтобы выявить верующих. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. И разоблачить лицемеров, которым было сказано: «Идите, сражайтесь на пути Аллаха или защищайте себя». Но они ответили: «Если бы мы знали, что будет сражение, мы последовали бы за вами». Сказав это, они скорее ближе к неверию, чем к вере в Аллаха. Они своими устами говорили то, чего нет в их сердцах. Воистину, Аллах лучше знает то, что они скрывают в своих сердцах. Те, кто уклонился от сражения, говорили о своих братьях, участвовавших в сражении и погибших. Если бы они послушались нас и остались дома, они не были бы убиты. Скажи им, Мухаммад, отведите тогда смерть от самих себя, если вы искренне это говорите.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Не считайте мертвыми тех, кто был убит, сражаясь на пути Аллаха. Нет, они живы. Они у Господа своего получают добрый удел. Радуясь тому, что даровал им Аллах своею милостью, они радуются также за тех своих братьев, которые еще не присоединились к ним и последуют за ними. Нет над ними страха, и не будут они опечалены. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. Они радуются той милости, которую им дарует Аллах, благоденствию рая и тому, что Аллах не оставит без награды верующих. Тем, которые ответили Аллаху и посланнику продолжать борьбу за веру после того, как потерпели поражение в бою при Ухуде, сделали добро и были богобоязненны, будет великая награда. Тем, которых пугали люди, говоря: «Вот противник собрался с большим войском, чтобы истребить вас, бойтесь его». Но это только увеличило их веру в Аллаха. И они ответили: «Достаточно нам Аллаха, Он наш наилучший покровитель». Они благополучно возвратились и удостоились милости Аллаха и Его щедрости. Их не постигло зло. Они стремились к благоволению Аллаха и были удостоены Его милости. Воистину, Аллах – обладатель великой милости. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم إن الذين
الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. Это только шайтан старается запугать вас силой своих приверженцев. Так не бойтесь же их, а бойтесь только меня, если вы истинно верующие. Не огорчайся, Мухаммад, из-за тех, которые устремляются к неверию. Ведь они не повредят Аллаху ни в чем. Аллах не желает дать им награду в последней жизни. И для них уготовано великое наказание. Те, которые заменили веру неверием, ни в чем не повредят Аллаху. Для них в будущей жизни будет мучительное наказание. Пусть не считают неверные, что продолжительная жизнь и мирские блага – благо для них. Воистину, мы отсрочим им наказание для того, чтобы они продолжали совершать грехи, и им уготовано унизительное наказание. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. Аллах не оставит верующих в том состоянии, в каком вы ныне, пока не отделит мерзкое от хорошего, то есть лицемера от верующего. И Аллах не ознакомит вас со своим сокровенным знанием, но Аллах избирает из своих посланников, кого Он пожелает, чтобы открыть ему сокровенное. Веруйте же в Аллаха и в Его посланников. А если вы уверуете и будете богобоязненны, то вам великая награда. بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Пусть не думают те, которые скупятся на милостыню из благ и имущества, дарованных им Аллахом, что это, то есть скупость, лучше для них. Нет, это хуже для них. То, что берегли они по скупости, в день воскресения будет ошейником на их шее и будет угнетать их. Аллах наследует небеса и землю. Он знает все, что вы делаете. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق
ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Аллах слышал слова тех, которые говорили: «Ведь Аллах беден, а мы богаты». Запишем мы то, что они говорили, а также то, что они несправедливо убивали пророков. И мы им скажем в день воскресения: «Вкусите наказание огня». Это наказание за те грехи, которые вы совершили своими руками. Аллах не обижает своих рабов несправедливостью. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Тем, которые сказали: «Аллах заповедовал нам не уверовать в посланника, пока он не принесет нам жертву, которую пожрет огонь с небес», скажи: «Мухаммад, и прежде приходили посланники от Аллаха с ясными знамениями, а также с тем, что вы требуете. Почему вы их убивали, если вы были правдивы в своих словах? Если они сочтут тебя лжецом, то ведь были и до тебя посланники, которых люди сочли лжецами, хотя они приходили с ясными знамениями, со священными книгами и с озаряющим писанием». كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Каждая душа непременно вкусит смерть. В день воскресения вам сполна будет воздано за ваши деяния. И тот, кто будет удален от огня и введен в рай, тот преуспел. Ближайшая жизнь — лишь только обольщение скоротечное. لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. Ваше имущество, и вы сами непременно подвергнетесь испытанию. И вы непременно услышите от тех, кому было даровано Писание, а также от многобожников много укоров и обид. Если вы будете встречать все это с должным терпением и будете богобоязнены, то это будет из благочестивых деяний, к которым вам надлежит стремиться.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. Вспомни, Мухаммад, как Аллах взял завет с обладателей Писания. Вы непременно будете разъяснять его, то есть Писание, людям, и не будете скрывать его. Но они нарушили его и заменили его ничтожными благами земного мира. Скверно же то, что они делали. Не думай, что те, которые радуются своим скверным поступкам и любят, когда их славят за то, что они не совершали, спасутся от огня, избегнув наказания. Для них будет суровое наказание в судный день. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Аллаху единому принадлежит власть над небесами и над землей. Он над всякой вещью властен. Воистину, в сотворении небес и земли, смене дня и ночи, ясные знамения для обладающих разумом, которые вспоминают Аллаха, прославляя Его везде и всегда, стоя, сидя, лежа на боку, и размышляют о сотворении небес и земли. Господи наш, Ты сотворил это не напрасно. Хвала Тебе! Защити нас от мук в огне. Раббана, иннака ман тудхилиннара, факад ахзайтаху, ва ма лиззалимина мин ансар. Раббана, иннана самихна мунадиян, آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. Господи наш, кого ты введешь в огонь, тот будет опозорен.
а у неправедных не будет помощников, которые могли бы спасти их. Господи наш, мы услышали Твоего посланника, призывающего нас к вере в Аллаха, и мы уверовали. Господи наш, прости же нам наши грехи и очисти нас от наших скверных деяний и упокой нас праведниками. Господи наш, даруй нам то, что Ты обещал через Твоих посланников, и не посрами нас в день суда, ведь Ты не нарушаешь обещания. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله ответил им, принимая их молитву. Я не погублю деяния ни одного из вас, ни мужчины, ни женщины, ведь одни из вас происходят от других. Все вы равны перед Аллахом, а тем, кто переселился, был изгнан из своего дома и пострадал, защищая религию Аллаха, сражался и был убит, я непременно отпущу прегрешения и введу их в рай, где текут реки в награду от Аллаха. Воистину, у Аллаха наилучшая награда. Ла ягуррваннака такаллубу лавина кафару фил билад. Матаун калилун сумма мауахум джаханнам. وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. Пусть не обольщают тебя прибыли и успех в торговле тех, кто не уверовал. Это пустая суета, и их убежище – ад. Скверная это обитель. А для тех, кто уверовал и был богобоязненным, уготованы райские сады, где текут реки, где они будут вечно пребывать. То, что есть у Аллаха, лучше это для праведников. خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا
واتقوا الله لعلكم تفلحون. Воистину, среди людей Писания есть те, которые веруют в Аллаха, в то, что было ниспослано вам, и в то, что раньше было ниспослано им. Они покорны Аллаху и не заменяют Его ясные знамения незначительной суетой. Для них будет награда у их Господа. Воистину, Аллах быстр в расчете. О вы, которые уверовали, будьте терпеливы, тверды перед вашими врагами, защищайте свои границы и бойтесь Аллаха. Быть может, вы преуспеете.